Так, к нам еще один товарищ присоединился. Не знаю, каким макаром. Но сам факт, что присоединился. Поедем опять. Антоха. Павел Каблуков. Драйвер 51. И еще не знаю кто. Кто-то еще. Какой-то острый. Да. Точно острый, смотри. Значит, русский. Поедем. На каком-то он не пойму. Кто первый-то? Я опять, что ли, первый? А, вон первый. Диман, ты на чем? Я на Лянче. У меня, короче, с камерой, ребят, что-то я не смогу, наверное, поехать. Блин. Попёр острый. Блин, вот беда. Да, Лянча говно. По сравнению с Аудюкой, походу. Угу. Вообще не... А, я на Peugeot живу, наверное. Чё за бред? Блин, Peugeot ни о чем. Вообще ни о чем. Пипец, я уже какие-то столбики подшибал. Блин, Peugeot вообще неуправляемый. Не, Аудюка самая путевая. Аудюха, да, самая классная машина. Адекватная. Ай, вай! Пипец вообще. Привод решает вообще. Да не, по приводу-то они все одинаковые, там что-то у него по настройкам оно нормально окручено. Угу. Эти раллины вообще отменительные машины. Блин, Лянча, говнище, все, ушел дрова. О, пипец, дверь открыта на. Блин, как же за мной себе пежут, а? О, починил. Что у тебя с камерой было? Да она, короче, направо смотрит, и все, я не вижу. Может, голову... Бляха, столба чуть не поймал. Короче, у нас этот острый, походу, нашпилил у него. Да, легко вообще. Ай, столб. А, нет. Не, Лянча говнище, вообще что-то херово едет. Вполне не поедет. Да, надо было Ауди брать, ё-моё. Да. Пашка, ты Ауди взял? Да. Красавчик. Да я проиграл, я старт вообще один сейчас брал. Я, может, на этапе-то выиграю, а в общем зачете точно на минуту отстану. О, я догоняю этого кренди-босса, ёп. Так что еще не все потеряно. Он еще нас не размотает, походу. Да давай, снизу бери ты, ёкарный баба, где твоя турбина, на? Грёбаная Лянча. А-а-а! Давай, меня тут... Стоп! Ёп! Да все, я улетел. Давай, ёп! Бляха, эти ворота еще тут, мать их! А-а-а! Всё, пипец! Нет, еще не пипец! Давай, давай, давай! Вот уже эта машинка там выстреливает. Блин, только ему на пятки дышал. Торпеда нет. О, я закончил, парня. Жестко! Вот Тошек тут на зелененьком, да? Я опять вам просрался, по-моему, 5 минут, 7. Ааа, нет! Нет! Что, ты выиграл, да, этап? Кто? Ты, Диман. Я не знаю. Сколько я просрал? Ааа, охренеть! 10 секунд, как так? Я не знаю, кто выиграл. Я так не смотрю ни на чем, у меня не хватает времени, блин. Диман, ты первый. Да ладно. Да. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй. А, Пашу развернула. Размотала. О, стекло у тебя что-то разбилось, лобовое, бишь такое. Да ладно. Лянча порвала всех, что ли, я не пойму. Да. Да ничего себе. Тут, походу, не от тачки зависит, от прямоты рук. Опаньки, нормулич. Да, Дима, ты выиграл, ты его на 4 секунды сделал. 44-го левела, прикинь. Нормулич. Сколько он катается уже. Нормулич.
Размотал чувака. Да. Лянча победила, ты смотри. Ну блин, она такая по сравнению с Ауди, так она вообще никакая. Ее мотыляет, как я не знаю, как кого. Как жопа в проруби там. Так, мне надо это. Реабилитируйся, короче. Ну тут по сухому ты должен сейчас всех на наш банить. Тут трасса как раз для аудюки. Да, трасса для ауди, давай. Ну ништяк народу, да? По сухарику. Да, так сером прикольно вообще. По сухарику тут сейчас вставишь. Она выстреливает по сухому, вообще отличная. Сейчас меня ауди накажет только так. Ну, будем надеяться, ну, что... почти говно. Что Лянча нормальная машина, будем надеяться. 23-270, первая точка. Ой-ё! Давай! О, я по лесу катаюсь. Ё-моё! Такое... Походу мне... Нет, еще поймал. Ватра, иди отсюда! Стой! Стой! Блин, я размотался, колесо, все, не управляется, да? Все. Давай, Лянча, протяни ноги. О, я острова сделал. А меня? Вот да. Тебя еще пока никак не получается. Все, я закончил. О, остров уничтожил. Ты его разбил, что ли? А вон он, нихера, он вошел прям в дерево. Жестко. Чувак, наверное, посмотрел, что догоняет, с перепугу, бам. Я вон прям в дерево. Я тоже вчера, кстати, так же вошел. Тоже что-то там жал до последнего, уже без тормозов. И прямо тоже середина морды в дерево на получи. О, я все на дисках еду. О, нифига, Тошек размотал. 2 секунды. Это пиво, стопудово. Это пиво, да. То, что я вчера пиво начал пить, и все, меня Паша разматывал на раз-два. Опаньки! Опять на 2 миллисекундочки я натянул. Лянча рулит. Так. Разруливает. Да, в общем, за счете, конечно, Влада. Ну, ты на зиме там отыграешь. Будем стараться. Тикс. О, Кения. О. Это вроде прикольная трасса. Кения. Да. Кения. А где, Пашка, мы с тобой зарубались на квадро? А, нет, я на квадре был, а ты на какой-то другой. Там вот прикольный заезд был. Тут тоже, кстати, но Кения. Это... Равно. Кения а тоже для аудюхи тоже, кстати. Нормально. Соняра. Паша, тоже твоя трасса, как бы это. Да, вот здесь я тебя делал, я думаю, сейчас тебя обойти. Да, блин, снизу вообще я откуда берёшь? Я как всегда берёшь? Буду сейчас пули ткать. Все, меня развернуло уже в начале, как так? Все, вяз, уйдет мне. Сейчас мне этот остров обвинит. Как широко я взял тут. Да ёб, что такое-то, а? Не ругаемся. Ёпта. Не ругаемся. Давай, Лянча. Эмоции прут. Лянча, эй! Лянча, ё-моё. Остров меня не гоняет пока что.
Это Паша Паритик, наверное, делает там тебе по-тихому. По любасу. Да нифига я тебя догнать не могу. Да ё-моё. Уходишь и всё, ты смотри. Тебя остров меня догнал. Это вообще нереально как-то. Ты, наверное, с читами играешь. Не-не, ты. А, меня развернуло, ё-моё! Вот это хорошо, вот это хорошая новость. Прям вообще. Зараза. Да, Паша, ты, наверное, сейчас тут... Вот тут меня крутануло. Паша нормально проскочил. Всё. Бах, ну всё. Блин, а всё равно тут не догнал тебя. Не? Не. А секунду. Острый, я не пойму, на чём едет-то какая-то. Это острый едет. Да. Ага, ладно. Ладно. Нормулич. Ну. А, у Антохи все размотано. Вообще... Острый всех и пошел. Да ладно. Антохи? Да. Вот дела. Ну что, не все нам тут разруливают. Ну да. Он вообще, смотри. На сколько? На две? На две секунды. Да, на две секунды. Размотал. Ну ничего, я еще впереди. А он все равно последний. А он все равно последний, он же там машину убил, да? Ну. Нормулич. Че, сколько там этапов? Ой, зима. Еще два, по-моему, два, да. Два зимы. Опа! О, зимушка, зима. Острый едет первый. Чувствую, победы пахнет. Да, дела. Морозом пахнет, а не победой. Морозом. Морозной победой. Морозным воздухом. У острова маленькая машинка, он сейчас тут нормально должен пройти. Подчесал. У него пушек, что ли, я не пойму. Или порт. Что там, на чем он поехал? Ну, я же пижу взял. Ваняра, у тебя что, ленча? Не знаю, квадро. Вау! Блин. Чёрт побери. Чёрт побери. Чёрт побери. Да что ты будешь делать, ну? Ё-ё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 -
Что, братан, улетел? Острый первый, по-моему, спилить. Развернуло нафиг. Короче, острый опять сейчас тут, короче, нам бананов натыкает, походу. Да ё-моё, на забор засел вообще. Ааа, да ну нафиг. Все нормально. Острый первый, прикиньте, а? А? Острый первый, походу, да? Да, первый. Ну вот он шкварит-то. Читы включил, наверное. А, все, я ушел. Пипец, пипец, да ёшкин дрын. Мама, не горюй. Вот это да. И так ехал, блин, хрен поймет как. И тут на тебе вообще. А, нет. Все, вот и походу первый. Главное, бляха, вообще, я все. И капот оторвало у меня, обалдеть. Ёп. Все, парни. Пипец, я все пошел, все углы собирать, короче. Там запчасти мои увидели. Капот сильно не разбивайте. Вон капот тут. Вот это я размотал. А, все, у меня перевертыш вообще. Встал на колеса нормально. Ну, любите, кто-то меня тут уже догоняет. Я. Прям рядом уже. Да вообще что-то у меня тут плоховало вообще.
Мороз и снег. День чудесный. День чудесный. Да ёп, верни театр, а. Нет, но все равно не обогнал меня никто тут. Визуально. О, кто-то за мной сразу причесал. Я приехал. Причесал. Острый опять обошел. Да? Да? Что за фигня? А у него машинка маленькая. Все, все приехали, что ли, звери? Да. Смотри, приехали все. Нет. Оп! Дела. Дела, парни. Я-то вообще нифига, Паша на втором. Я на втором месте. Ну нормально. А, в общем, зачет. Ага. А в общем. Себя. Ага. Ага. В общем-то, да. Ага. А в общем-то, все по-другому. Я успел первые две трассы натянуть. Три. Первые три, как бы, я отыграл нормально. На 30 секунд меня делаешь, а? Офигеть. Как же я тогда. Да я тебя уже не догоню последний раз. Ну да, как будто. 5-5. Если только я машину не ушатаю. Сейчас вас всех сделаю. Как бы тебе помочь машину ушатать? Шипы там растяни где-нибудь впереди. Так. Не, зимой мне не нравится, надо было, блин, ставить такие трассы. Зима вообще как-то мне не прет по зиме. Ох, и все, меня на первом повороте. Ты размотал, что ли? Ну не размотался, но развернул просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, тут... Поворот такие затяжные, обалдеть просто, да? Ой-о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 й-
Ни хрена, жопу тащит вообще. Я прям чувствую, как машина скользит. Дрифт? Я прямо еду, и машина такая, знаешь, прям плавает такая. Плывет, ну. Давай, снизки, хвачи, что-то не берет, зажжа. Оба острые тут расслистался, тут бампер валяется. О, да, тут запчасти, я тоже прошел как-то. Слушай, трасса классная вообще. Прикольная, но мне тоже нравится. Она такая опасная вообще. О, какие-то запчасти валяют. Тоже подалеко. Далеко Тошек едет. Острые запчасти. Сейчас мои будут запчасти валяться. Ааа, я улетел! Нет. Как так быстро едет? Все равно острый на секунду обошел. О, драйвер всех сделал! Ха-ха-ха! Красота! Красава! Как так? На 5 секунд всех сделал. Вообще. Ладно, 25, наверное. Нарвулись, хлопцы. Вот жесть-то какая. Жесть. Вот так вот все. Я сегодня в ударе. Нормально. На минуту. Ну ладно, второе место тоже. Тоже хорошее место, конечно. Падает, прилипает.
опять какие-то раскраски. Че выбираем, какие эти? Трассы? Давай старые, давай какие. Нет, трассы какие старые. А, любые. Ну, а все, ушел чувак. Наигрался.